Приветос, амиго, снова вы, я и рубрика «Ваши игры». На сегодня это будет игра «Хроники Риддика». Давно она уже в заявках отсвечила, и вот на днях в комментах опять о ней напомнили. Думаю, а чё бы не посмотреть, тем более по скриншотам, вроде графоний такой нормальный в игру завезли. Это 2009 год хотя бы, а не говно мамонта окаменевшее. Вот, правда, что первое издание этой игры, если будете скачивать, имейте в виду, читайте комменты под релизом, релизами, потому что некоторые старые версии этой игры, как я понимаю, они не идут на современных видеокартах, на новых. То есть вам придется либо новую, либо из бабушкиного чулана доставать свою старую видеокарту, либо перекачивать нормальный релиз. Что это такое? Это такая олдфажная хренотень, что типа если долго ничего не нажимаешь, начинается заставка какая-то. Ни хрена, он ему фуфел чистит. Да-да, это Риддик. Довольно, кстати, неплохой фильм. Наверное, лучшая роль Винсента Дизеля. Кстати, Дизель, это не его фамилия, это его погоняло. Которую ему дали еще, когда он вышибал и в баре работал. Если я его ни с кем не путаю. Вот, мне Риддик, по крайней мере, что черная дыра, что черная... Тьфу ты, ёпта. Черная дыра и хроники Риддика нравится куда больше, чем его роль в Форсаже. Еще в каком там хренотене. Лысый нянька, кстати, у него тоже неплохой фильм. У Дизеля. А если говорить о том, какой фильм у него плохой, то это, безусловно, «Вавилон нашей эры». Я его посмотрел и просто охуел. Я говорю, не понял вообще, что за говно я только что смотрел. Верните мне мои полтора часа жизни. Что это за дерьмище, блядь? Что это было вообще? Не знаю, о чем думал режиссер того самого фильма. Говорят, что там кризис настал, поэтому бюджетик рухнул. Эй! Че все темнеет? Мне кажется, у меня кинескоп садится. Так, надо поискать субтитры. Они тут вообще есть? Наверное, в звуке. Нет. Потрясающие настройки звука, очень гибкие. Мне очень нравится. Надо басы подкрутить, наверное, вот. Поддать, как говорится, блять, высоких частот. Так, может... А, о, субтитры. Тут для субтитров отдельно, смотрите. Диалоги вкл, ролики вкл, реплики вкл, бой... Бой с субтитрами вкл. Все, дело сделано. Можем начинать. Диджей, заводи это дерьмо. Так, что это такое? О, боже, тут две игры. 2004 года, блядь, ну это ископаемое, естественно. Еще, наверное, Индиана Джонс, сука, эту игру, наверное, откапывал, блядь, на диске. И Assault of Dark Antenna 2009 года. Ну, я не знаю. Ну, давайте, наверное, посмотрим вот эту. Верхнюю. Для начала. О, хоть кинескоп посветлел. Мониторчик, не умирай, пожалуйста, у меня на новый денег нет. Все вбито в акции видеокарты. Стрелять, колотить, хоббиты. They just transmitted a safe route through the minefield. That minefield's offering better odds than you're gonna get taking me to Butcher Bay. You think Hoxie's memory is that short? He gets one look at you, Riddick, and all is forgiven. And I bank your bounty plus 50. Plus 50? Мне нравится размер этого шрифта. Сразу видно, разработчик позаботился о зрении игроков. Greed is an ugly thing. You're in no position to negotiate, Riddick. We're landing at Butcher Bay in an hour. Buckle up. Turbulence from an incoming sandstorm is expected. Надо несколько слов, наверное, сказать про... Часть Хроники Риддика 3, да, или как она там называется? А, просто Риддик. Ну, последний фильм вот этот, где у него собака была. Господи, ну так хорошо и прекрасно закончилась вторая часть. Нет. Надо было высосать из пальца сюжет на третью, а из карманов детишек деньги себе на, не знаю, на зарплату. Тем более, что там Риддик еще и режиссер, по-моему. Ну, в смысле, Дизель. О, мы летели на самолете Бэтмена? Чё же вы сразу не сказали? Ты идешь куда я скажу и когда я скажу? Ты идешь нахрен, чувак. Чувак, иди нахуй послезавтра. Помощь. На помощь! А. Это не та помощь, это информация. Подойди к персонажу, нажмите Е.
чтобы войти в режим диалога. Нажмите Е, чтобы произнести выбранную фразу. Обалдеть. А чё широкоформатно это всё, ебать? Мир глазами робокопа. 1920 на 1080, а чё тогда? Почему широкий формат? А разве их поймёшь? Их как будто сверху сплющило, смотрите, они какие маленькие. Hey, don't fucking move. Сказать Джонсу, чтобы он остыл. Напугать Джонса, сказав, что Хоски его обманывает. Хокси. Today, Jones, you get fucked. You don't move until отчетливо слышно, что Риддика озвучивает сам Вин Дизель. Это очень хорошо. Этот чувак подумал, что его фраза настолько хороша, что надо повторить ему лично каждому. Ты идешь, куда я скажу и когда я скажу. Эй, еще раз. Эй, ты пойдешь... О! Блять, а он не шутит. Серьезный поц. Опасный поцик. Гребаный ты призывник. Подождите, может все-таки можно как-то расширить изображение-то? Цветовой режим. Вот если я вот это сделаю. Или что это? 16 на 9, на 4, на 3. 16 на 9, ну, посмотрим, что будет. О! Сука, я гениален. Блять, хуже стало. Я не гениален. Я отстой. Как же, блять, сделать, чтобы нормально было? Вот, наверное, так. Да! Кто крутой? И я крутой! Хакер просто. Я просто Эйден Пирс нахер этой игры. Hey, мы это слышали. Today, Jones, you get fucked. Тебя охранительно поимеют. Говорит, ой, а тебя в этой тюрьме, думаешь, не будут? Ну что, мы идем? Джонс. О, джойстик работает, обалденно. Так, на геймпаде попробуем. Это прыжок. Присесть. Нет, не будем пробовать. Зайдите Джонсу за спину и схватите его, чтобы удерживать кнопку мыши 2. Тихо сломать ему шею. Можно сделать это и быстрее, но громче. Удерживая кнопку мыши 1. Ну, я думаю... Вообще, он, конечно, странный чувак. Он так... Это худший конвоир, наверное, в истории человечества. Давайте по-громкому. Это было по-громкому? Буя! Сука, я думал, такую штуку только на пистолетах судьи Дреда ставят. Чувак, а ты что делаешь? О, блок. Нас стреляют. У меня есть блок. А, спасибо, ты открыл мне люк. Странно, а спускается он от по лестницам, он спускается от третьего лица, а все остальное от первого лица. Нифига как. Подождите, а можно здесь настройки чувствительности мыши чуть-чуть убрать? Очень дьявольски резко. Чувствительность по X, чувствительность по Y. Это я убавляю? Блять, это я прибавляю. Странно вообще. Справа убавить, слева прибавить. Ёб твою мать, кто бы мог подумать. Так, вот. Причем обратите внимание, что по X чувствительность была... А хер его знает. Как тут все? Лево-право он, то есть, быстрее, чем вверх-вниз. Это мудро. О, если есть в кармане пачка сигарет «Золотая Ява», только почему-то на ней написано «Блосс», 5 смокс риск, «Loss of Bliss», чего-то там. Смотрите, игра, да, 2004 года, у них уже на пачках сигарет предупреждение было в треть пачки нарисовано. У нас до этого дошли только в 2010, по-моему, да? Пачка сигарет номер 35, открыт дополнительный материал. Бог, теперь они доступны в меню, да-да. Да здравствует пропаганда. А ты чё, блин, не заключенный, что ли? Давай, сейчас тебе покажу, как Тайсон навешивал с правой. Блять, вот так он навешивал. Ёб твою мать. Когда Риддик стоит в блоке, он не бьет почему-то.
Информация. С врагами можно драться в рукопашную. Нажмите кнопку «Конечно», чтобы ударить, чтобы выставить блок. Попробуйте двигаться в разных направлениях и при этом бить, чтобы выполнять различные удары. О. Блять. Да Ридик боксер от бога, я смотрю. Это местный чемпион, наверное. Джордж Айсман Чемберс. Ёб твою мать. Вот так Рой Джонс нокаутирует. Че это он выронил? Сука, ни хрена он мне фуфел набил, бля, вот урод. Взбодрили. Так, как работает это говнище? Access granted. Доступ гарантирован, написали, да? А, granted, но хер его знает. О, блядь. Ну это обучение стелсу. В режиме скрытности, чтобы включить его незаметно, нажмите С, чтобы продвигаться незаметно. Синяя подвеска указывает. Да понятно. Это зрение Ридика. I gotta drop him. I gotta drop him. I gotta ticket to the moon. Пиздатая. Скрытность. И вновь продолжает собой. Сука. Где какая нахуй скрытность? Он с фонариком, блять. Смысл-то прятаться. Да, да, я понял уже, уберите эту хуйню. Look around the corner. See what this piece of meat's up to. Да, да, заглянуть за угол. Это последнее, что мы увидим тогда. А вот теперь он не идет сюда. Ну, давай. I gotta drop him. Но разница между громким убийством и тихим убийством незаметна. Незаметна моему музыкальному уху. Ёпта, гребаный туберкулез. Я так и подумал, что сюда надо лазить, потому что стрелочки на ящиках нарисованы. О, это что, броня? А, это дым. Может, это дымовая броня? Забраться на подвес. Вау, я и не видел, что там что-то есть такое. Ну что, спрыгнуть, вальнуть его? Я так понимаю, что это стелс, да? А, каждый раз, когда Ридик присаживается, значит, он включает... включает свое вот это кошачье зрение. Означает ли это, что он срет только в темноте? Вопрос. Заживляет раны. Вот это. А, с помощью этого картриджа можно зарядить наномет. Он мертв, он труп, орут там. Сзади где-то. Ну. Ни хреново полечили. Чуть глаза не выколола, нахуй. Сука, медицинская установка окулист 2000, блядь. Подходишь, монетку кинул, там два пальца таких механических вылезают тебе в глаза, херак. По самые фаланги. Блядь. Просто возьми пушку. Херопушку, чувак. Какие-то руки у Ридика то длинные, то короткие вылетают. О, лихо я его навешал. О, еще одна пачка сигарет. Пустынный воздух называется. Погач мой induce last breath. Наверное, там написано, что каждая сигарета может стать для вас последней. Что это такое, интересно? Пуш. Какая-то зловонная хренотень. Ну что, можно взять его дробовик? О, а вот у этого чувака почему-то дробовик взять было можно. Сколько в нем патронов? Ноль патронов. Чувак, ты был с разряженным автоматом? Ну ты хрен. Чтобы джойстик, чтобы выбрать оружие. Из чего выбрать-то? У меня оно одно. Так, куда дальше-то? А, туда. Схватиться за что? А. Странно, вот никогда в Ридике не было такого какого-то паркура,
безумного, чтобы он прям вот лазил везде, как обезьяна. Он просто... Его главная фишка была зрение. Зрение, типа, что он охеренно умный убийца вообще, невероятный. Ферион или как там его. А тут он прям, я не знаю, лазит как ассасин. Что-то этот лифт так колбасит. На АвтоСЖ позвонить в местный, пусть лифты заменят. Нажмите, чтобы атаковать оружием ближнего боя. Ой, прикладом. Прикладом в мосю сейчас кто-то получит. Ты уже одну пушку получил, 0 патронов, блядь. Странно, что у Ридика зрение меняется само. На свету, не на свету. Получи, блядь. Драка на прикладах, а? Чему тебя учили в армии? Слабак, срочник, что ли? Ёпта, нихера себе. То есть, как бы Ридик, он, если кто не помнит, он, чтобы видеть на свету, он надевал очки. Чтобы видеть в темноте, он снимал очки. А здесь он просто видит, не видит. Ага. Здесь по лестнице. Эй, а. Фонарика нету, да, в этой игре, потому что у него есть зрение, но... Как бы лучше бы они реализовали на кнопку вместо фонарика вот это зрение. То есть заходишь, включил. Главное, смотрите, что в темноте-то все равно не видно. Просто свет становится синего цвета. 2004 год. Я рад, что ты вернулся. Как открыть это говно? А, наверное, на F. Да. The dark. My favorite. По-моему, самая классная часть в Ридике — это та, где он из тюрьмы сбежал. Попробуем тихо ушатать. Стелс 2004 года выпуска. О, блядь. Чё случилось? Что-то экран почернел. Ридик моргнул, наверное. О, здорово, чувак. Ну чё, автомат можно? Нельзя. Тащить тело. Да нахер оно мне. Ха! Какую сальтуху он мочканул, видели? Доброго утречка. Какого нахрен утречка? Я чё, спал, типа? Три фпс, вау. Ну, бандикам, не умирай, господи, не хочу монтировать. Живи. Да. Блять, это был сон, отлично вообще. Ну да, я знаю, что, видимо, когда ты сидишь в тюрьме, тебе снится сон о том, что ты на свободе. Когда ты спишь в военкоматовском распределителе или уже в казарме, тебе снится, что ты дома. Особенности реагирования мозга на стрессовые ситуации. Это тот самый Джонс, который был в фильме «Черная дыра»? О, у Ридика тут глаза еще, смотрю, нормальные. Нифига какой. Адмирал космического флота. Забавно, что в тюрьме сразу же заговорили о жопе. Твоя задница, говорит, моя собственность. И учитывая, что он выглядит как педик, меня очень напрягает эта фраза. Nice try. I do what I can. Already trying to get under my skin, already. Be easier if I had something sharp. Bounty plus 50 on Riddick. Right, Hoxie? I think Riddick about covers what you owe me, Johns. There's plenty other slams I can take Riddick to if you can't afford it. А, он не хочет платить, да? All right. Perhaps we can come to a number, but don't push it, Johns. Extra, no. Riddick stays at Butcher Bay. Period. Full stop. Let's get him processed. Yes, sir. О, Эдгар Давис, известный футболист в очках.
prisoner walking. All right, pay attention, punk. You are now Butcher Bay prisoner 542-1135-2. Remember your number. Remember the rules. My rules. Now listen, there's no outside at Butcher's. Just a whole planet of desert. So check those desires right now, because you will not get out. No one has. No one. Видимо, цель всей игры свалить отсюда, да? Ну что ж, побег из тюрьмы длиной в игру, это интересно, блин. Okay. Close the gate. No physical contact. Какой странный шлем у него одет. No contraband of any kind. Don't ask what's contraband. I define it day by day. So spare yourself. Скажи, Эфиоп, а невеста в вашей каталажке есть? Кристин Лехман. О, евреи уже поучаствовали в разработке игр. Майкл Рукер. Какой жонглер, вы видели? Прям как владеет. Яким де Альмейда. Виллис Брюс II. Но графика такая, кстати, как у третьей Думчаги примерно. Возможно, даже чуть посимпатичнее. И экзибит? Хули он тут делал? А, это и есть экзибит в очках, да? Вот это в валенках. В этом отделении две камеры. Рилус. Hey, what are you bringing to us? Name's Riddick. Thinks his shit don't stink. The Riddick? Get the fuck back to your cell, Jack. Hey, Riddick. Riddick, I'm Barbara. А Риддик-то в авторитете здесь, смотри. This is your home. Говорит, я парикмахер, найди меня. Говорит, чувак, я лысый, нахуй мне парикмахер. Так, ну что, посмотрим на эту камеру, да? Рисунки говном на стенах. А, толчок есть. Дыра в полу, видимо, воздух, да? А, это водичка. Чё, он не ходит-то? Ну чё, жить можно. Надеюсь, в двери напротив унитаза глазка нету. А то будет трудно сосредоточиться. Cleansing routines. An indignity of slam life. Унижение тюрьмы. Let the mercs think they're in charge. That's their weakness. The foolish believe that they're in control. It'll be their downfall. Так, тюремный двор. А, это карта. Прикольно, инвентарь оформили. У меня есть две пачки сижек, хотя это был сон. А, ну это просто вещи коллекционные. Так, вода не спускается, да? Придется срать в эту дырку, видимо. Hey, come talk to me for a second, will you? Да, парикмахер, можно мне подровнять челочку, блядь? He's in the courtyard, just by the pit. Прикольно. Литер. Нахуй всех голубокожих? Аватаров, что ли? Какая пророческая игра. О, нифига, нифига, шоколадный на Ярис. Смотри, на одной руке. 5, 6, сколько раз отожмется? Да, с этим лучше не связываться. Он, походу, качок обалденный вообще. Так, они сказали, что... Кожу нахрен. А если сказать, что у ямы какой-то меня ждут. Чарли Грин. Это яма.
А, я понял, вот, наверное, это карцер какой-то. Like о, Мэтсон. Never wise. Oh yeah. No, 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 I mean, I heard you were coming. You're going to want a ship and I can get you one. Тебе понадобится перо. You find one. It's yours. Посмотри у меня на нарах. Ридик не успел на хату заехать, а уже говорят, что тебе надо перо, у меня есть, бери. Рыжий. Поговорить с рыжей. Чем он рыжий? Шапкой, что ли? Поговорить с рыжей шапкой? Где его камера-то гребаная? Иди подрочи. Нужны проблемы, иди подрочи. Тут что, с дрочкой проблемы, что ли, какие-то у вас? Так, он сказал, что в его камере. А какая у него камера-то? Блять, надо было спросить, наверное. Что это с ним? Надо было с ним поговорить, когда он был жив, может. Завещание бы оставил. Блок А, сверни направо. Моя камера справа последняя. В нарах спрятана заточка. Блок А, сверни направо. Моя камера последняя. Да где тут блок А? Сверни направо. Моя камера последняя. Вот это что? Ты еще кто такой, блядь? А, это была наебка. А вот и негр накачанный появился. Смотрите, у них следы ударов на фуфелах появляются. Он, я ему уже расхерачил. И теперь еще в бороду. Посмотрим, как смотрится сфингалы на черной роже. Сука. Как ему по яйцам дать? С прыжка нельзя было ему втащить? Голубая луна. Кажется, эти двое нашли друг друга. Что у него написано? I'm beat. Prison meet. Ну, заключенный мясо, это я понял. А что такое I beat? Хрен его знает. Так, на что, ублюдок, попал ты? Hey, let me explain. It was Rust. He forced me to. But I knew those goons were no match for you. I'll get you a ship. Кто такой Rust? You have my word. Cross me again, and I'll have your life. Talk. I don't know anything. Not compared to Haley. He's been here for ages. Used to be a guard. Let me set things straight. I'll bring that shift to your cell. Just kill. Just go there and wait. Да, какая странная тюрьма. Изи режима. Режима very easy, походу. Все тут с перьями, блядь, ходят, засады устраивают. Так, а моя-то камера какая? Я что-то забыл. Вроде не это. 34-я, да? Не так уж и много здесь народу. I got the shift you wanted, really. What the F you think you're doing, Matson? You dealing without my approval? You're in my cell. You need a blade, you come to me. I said, you're in my cell. What? Wrong. All these cells belong to the Achilleans, including this one. В его камере? Ну, а я тут и думаю, что здесь по две шконки в камере. Чтобы не скучно было, пацанам вдвоем сидят. Я не очень понимаю, кто что говорит. Это и был Раст. I thought you were the big dog, Russ. Maybe he's more your size. Yes, sir, Mr. Abbott. You are messing with the natural order of things, Riddick. And when that happens, блять, субтитры, где вы?
As you can see, people can get hurt. Or worse. Indeed. And we don't want that. Когда мы уже перейдем к убийствам? This better not be one of your Keelan boys. Abbott here, responding to cell block 9. Чего я нихуя не понимаю из этих субтитров? Tended to run the show, but everyone knew they fed on crumbs. Crumbs that fell from Abbott. Rust is waiting for you in the Achilles block. He won't stop till you're dead, so you better find a weapon. Woman can help. У меня и так два оружия. Одно правое, второе левое. Левое травматическое, правое убойное. С кем поговорить, ёб твою мать? Он где хоть живёт? Rust is in the Achilles block, waiting for you. If you need a weapon, talk to Woman. Уоман. Кто тут Уоман, блин? В блоке Аквилы. Ты не Уоман? Нет, ты Гриша. А, Уоман. What are you looking at? Go play with the twins or something. С близняшками. Это он про яйца, что ли? You're that new guy, right? Wanna do me a favor? Ой, бляха-муха. Давай, чё тебе надо? Favors, but tell me anyway. Listen. The moment Molina's lockdown expires, I wanna... Молина. Эрик Молина, что ли? Боксер? That's what Дерьмовый. I want you to do. You come back to me when he's dead. Ну, отличное, блядь, задание. Ходи, убивай. Окажите услугу Woman, найдите Малину и прикончите его. И где его должен найти-то? Может, это этот? О, Малина. I don't know what you're after, okay? But Haley knows how things work here. Check the courtyard. Что посмотри в дворе? Like I said, man, Haley knows how things work. Как тут дверь закрыть? А, ладно, и так пойдет. Тихо, тихо, не ори. Точно Эрик Молина. Такой же боксер. Ни о чем. Нормальная тут тюрьма, блин. Тюрьма не заметила потери бойца. Ой, тут уже присуху наяривает. Shall I tell you what that bastard Molina did to me? It's so much I don't even know where to start. But this is for you. Давай отвертку уже. Да нахуй мне твои сигареты, Вуду. Take it easy, Riddick. А, он кастет мне дал. Причем еще какой, смотрите, хитрожопый кастет. Болты и гайки. На правой руке он одет. Так, ну теперь можно, походу, кому-то ебучку разбить. А это все поломанный лежит. Подожди, а куда идти-то? Кого-то там, походу. This is for you. Малина, походу, был та еще крыса, да? Его что тут, смотри, никто не любил. Четырехзначный код безопасности открывает какую-то запертую дверь. Возможно, внутри ёб твою мать, лазарета. Thanks for wasting Molina, man. You won't ever walk into the infirmary. Take care. Maybe we'll drag you in when Rust is finished. Нет, я ходу в лазарет. В лазарет ни хода нет. Хорошо, идем поищем тогда этого. You may be out of the red now with Rust, but he's determined. Да-да, еще оружие. Где он, блять, меня ждет? Вы можете на миникарте мне пальцем ткнуть, сука, где его искать? Осла этого. Ой, может, это он? Хейли. Нет, это хрен какой-то. Аквила территория. А, вот он, блок Аквила. Да, никакого открытого мира, конечно. Открытым миром тут и не пахло. Okay, let's get him. This is Aquila territory. He's here. Riddick is here. Fucking guy, man. Блять, как апперкот навесить? А если апперкот делается с отходом назад только? Чё ты локтем бьёшь? У тебя ж кастет есть офигенный.
Во! Бумажка какая-то. Бумаженца какая-то выпала с него. Вытряс. О, ну это Кэмл. Все, идем дальше. У кого-то в камере, блядь, лечебный аппарат стоит. Это, наверное, элитная камера какая-то. Ох, нихера себе. О, перкотище прошло. Ой, а у этого-то еще перо, смотри, в натуре. Fuck you. Хагоп. Хер его знает, что это написано. А где у него нож-то? Не выпал, что ли? Ваш дешевый огонек меня не остановит. Где, собственно, эта гребаная полиция? Чё они не следят, сука, за тем, что у них тут людей убивают? В принципе, чё, меньше народу, больше кислороду. И жрачки. А этот, сука, как гей какой-то сзади все норовит подойти. Чё, с него тоже выпал какая-то купюра разноцветная, не знаю, что это такое. Сейчас, где этот лечебный аппарат? Мне кажется, у Ридика даже глаза какие-то прихуевшие после такого лечения. Этот знак Red Faction, ёптать, там такой кулак был. Это, наверное, пиковые кулаки какие-нибудь, местная банда. А, вот и мой... Чувачок. Я тебя искал, чувак. Мне кажется, что против отвертки, блядь, блок не сильно помогает. Блядь, а Ридик может не бить левой рукой? От этого смысла вообще никакого. О, перкот провафлил. Все? Сучарка успокоился. А тут сразу откуда-то еще и чувачки нарисовались. So this is a beast. Космонавты, блин, судя по одежде. Heavy they killing gang. Ну теперь, походу, тут я глава этой банды. Looks like I need a new rooster. You interested? They respect you now, Riddick. I can make things easier. Say something. Ищи себе другую крысу. Saying no to me is not the kind of mistake you want to make. О, автоматчики. Че, может их вальнуть? По-тихому. Все, это начинается побег. Я двух охранников уделал. Так, ну автомат, наверное, мне нельзя взять, да? Или можно? Можно тело таскать. Но только присев, да? О, как долго. Надо оттащить их в парашу, наверное, а то спалят. Веду его за ручку погулять. Чувак, я тебе соседа по камере принес. Чтоб тебе одному чисто тут не скучно было. Ладно, в жопу. Куда еще-то пойти? Главное, этот босс ушел, а оставил своих чуваков мне на съедение. Way to cowboy up. That was really cool. Да, это нереально смело и круто. Я ж Ридик, а вы чё ждали? Что я тут полы буду мыть, что ли? Чё он делает? Это чё, отморозок, что ли? Тут какие-то репрессии начались. Взяли пацана, расстреляли какого-то. А у него была заточка. Ну, заточка это нормалек. Ага, раз мертв, вам надо поговорить с Хейли. А Хейли там наверху был вообще-то. Если его только что не расстреляли. А, нет, Хейли был там дальше. Я уже путаюсь, где был, где я не был. На мне уже три охранника висят. О, кастет. А чё это он лежит тут?
Я его выбросил, что ли? Дерьмо собачье. О, а это что? А, вот он, голубокожий, синюшный. О, он мне дал пачку сигарет. Это высший знак уважения, наверное, в тюрьме. Там сигареты в американской как валюта. Бам, еще унизительный подсрачник вдогонку. А это нормально, что я всю охрану тут завалил уже в этой игре? А, еще один раз можно хильнуться. Всего автомат 4 квадрата восстанавливает, да? Ну и ладно, что тянуть-то. А это что такое? Нихера себе его уделали. Рико. Ага. Ну, кастет-то не увидят, наверное. Вообще, только что чувак с автоматом что-то не попытался меня убить, когда кастет увидел. Вот Хейли. I heard you rejected Abbott. That's integrity. So, I'll keep my word. What do you want to know about? О смысле жизни, чувак, о смысле жизни. Looks like a way out. Way out? Sure. Raise some hell, and they throw you down. If you manage to stay alive, there's supposed to be a way into Pigsville from down there. Свиноград. It's never been done. I like a challenge. Well, then, Pigsville's your place. Staff quarters, and you can get to the spaceport hangars from there. But you would need a rifle. Мне кажется, что здесь все сидят пожизненно, нет? Yeah, and you fry if you touch them. And the DNA data bank is deep inside the mainframe area, past the infirmary. So I just walk in, huh? No, you gotta crawl. There is a passage from the infirmary that I think connects to the mainframe. Oh, and if you want to get through the infirmary gates, there's this hack. Name's Boulder. He owes me 150. Talk to him. А, пиздец. Куда идти, чё идти, в какой лазарет? О, Чарли Грин, ты ожил, что ли? Ну, я так понимаю, что лазарет-то где-то здесь. Малина там до сих пор валяется. Бросим последний скорбный взгляд на мою камеру. О, этот куда-то уполз. Раздаватель заточек. Хейли says you owe him. He should get that money from you, Riddick. You screwed my bet on Rust when you downed him. You screwed yourself by betting against me. Now, the infirmary. Man, you look like how I feel, like shit. Okay, go on through. Hurry up. Как тут все интересно устроено. Я не знаю, охрана должна зэкам деньги, блять, с какого-то хера. А, ну да, он же говорил, что в лазарет тебе хода нет. Ну тут нетрудно. Нетрудно сориентироваться, тут всего-то идешь налево, идешь направо и тупики. Just wait here for the doc and don't you fucking dare move. Stand back! Rock. Блять, ты ёбнутый, чувак. Я ж тебя и пальцем-то не тронул. Но теперь тебе пиздец. А ему блок помогает против ножа, да? Он какой-то морпех охуенный, походу. Ой! Блять. Сука, задолбал, тварь. Походу, здесь только один удар действенный. Когда идешь вправо и бьешь, только так он попадает. Все остальное мимо куда-то. У меня аж карта. Ага. Так, кабинет стоматолога. Все нормально. Еще какое-то говно. О, нифига, скальпель. Скальпель, это, наверное, вообще оружие
оружие бога в этой игре. Вместо заточки взял. Чувак, давай я тебя вылечу. Блять. Ладно, в другой раз вылечу. Сейчас что-то лечилка поломалась, не срабатывает ни хрена. О, а это вообще спецназовец, у него еще и шлем есть. Да, рукопашные схватки тут, конечно, редкое фуфло. Наномед? Похоже на игровой аппарат в машинке в какой-нибудь или самолетике, нет? Че это ему сейчас? Че это такое? О, нифига ему, кубик жизни добавили. Укол стероидов. Че, у него банки-то подросли хоть на руках-то? А то Риди какой-то дохлый. Помышцать и должен быть вроде, нет? Хотя, нет, он никогда особо качком таким супер не был. Гормонами роста брезгует, наверное. Только что они нападают-то так агрессивно? Из-за того, что у меня... Из-за того, что у меня скальпель в руке, или они просто... Из-за того, что я здесь не должен находиться. Вау-вау-вау. Криворукий. И бунт грянул. Вот удачное совпадение. Ножом можно по-быстрому его вольнуть? Есть контакт. Тут как-то беспонтово бунт устраивают, учитывая, что у охраны не отнять автоматы. А что такое-то? А-а-а. Если они стреляют, то убивают сразу, сука. А, там еще и прожектор. О, заточку в почку, ёптать. Нет, не сюда. Так и не сюда, блядь, а куда тогда? А, вон яму открыли. Футболят там кого-то. Сука, вот у него здоровье, он живучий, смотри сколько. Колот отрезанных ран ему надел. А ему хоть бы хрен. Опять Загрузович. The mainframe. Security will be tight. I like a challenge. Главный компьютер. Риддик что теперь, еще и хакер охрененный? По-моему, он за три фильма компьютер в глаза ни разу не видел. Как спуститься-то отсюда? Что-то я не вижу тут лесенки. Спрыгнуть, что ли? Ну вот, на ящике, наверное. Он по карнизу может лазить, офигенно. Мог бы взять его в заложники и заставить его все сделать. Ну зачем? Так, главный компьютер. Да, это уже интересней. Только ты все равно с одного выстрела подыхаешь. А они в броне.
Нет, он стал более живучим с автоматом. Сука, какие они живучие, мать твою. Тут аккуратненько высунуться вообще невозможно, что ли? Какие-то ящики со снежинкой. Да ладно! Сука! Бля. Вот осел, блин. Гранату кинул, дверь закрыл. Вот хитрожопый. Чё, как туда вылезти-то? Блять. На ногу он себе его, что ли, уронил. Он что-то хотел сказать, походу, не успел, да? И чё? Наверняка надо куда-то залезть. А зачем тогда служебная панель открылась? А, кто её... А, вентилятор выключил. Ништяково. Туда мне не надо. Можно туда спуститься. Они разойдутся там в коридоре, интересно, без меня-то хоть. Я так понимаю, что Ридик тут с любой высоты может падать, и ничего ему не будет. Это было громко. Подожди-ка. Ты думал, что я с тобой в рукопашной буду драться, наивный засранец? Хрен там плавал. Сука, ну такое ощущение, что здесь какого-то не будет такого момента, где можно удачно закончить серию. Мне кажется, это до конца игры будет происходить такая беготня. О, черт. Он еще жив. Дробовик как-то стреляет, блядь, так, что надо рядом целиться, чтобы попасть. Ну ты, блядь, спецназовец прям, сука. Не дать не взять. Краповый берет. Ну и чё? Как так, блядь? Почему она еще ко мне подкатилась-то, не понимаю. Он кинул гранату, а тут его пацаны ходят рядом. Офигенно. Логика, блядь. Чё это подобрал? Снайперку, что ли? А, дробовик. Причем это броски гранаты ломают стены, в которые я могу проходить. Блядь. Кто, где, чего? В темноте надо приседать, походу, и стелс включать. Но тут темнота, я говорю, он в темноте не видит. Он свет голубым видит, и все. Единственное, что меняется. Ну, я понял, тут, походу, вся игра такая в стиле Дума третьего, в общем-то. Только про Ридика и без монстров. Играешь на расслабоне, особенно если сложность не выкручивать. Да ебаный ты в рот. Задолбали ваши гранаты уже. Когда мне гранату дадут хоть одну? Еще одна.
Охренеть, ты гренадер прям. Но это намного легче, чем Far Cry 1, скажу вам. Что это было? Кто сказал мяу? О! О, блядь! И что с ним делать? А мне бы гранату. Блять, что ты делаешь, осел? Он не ходит, да? Он там стоит, надо его. Надо что-то такое сделать, чтобы он. А я понял, наверное, надо как-то здесь обойти, наверное. Ну давай. Нет, он туда не хочет залезать. Мне показалось, что вот здесь можно. У него там на спине что-то я видел, но. Я вообще не понял, как его обойти. Вот там поверху по ящикам я вижу, что. Ну как туда залезть? Бред собачий. Бля, я что-то вообще нихуя не понимаю. Что за босс такой? Может его в рукопашную надо кастетиком отделать? А, и сохранение такое вообще очень классное. Вот гранату бы мне. Ну тут гранаты дали кому угодно, только не Ридику. А, все-таки он может сюда залезть. Подождем. Твою маму. Сука, блядь. Хрюшка, Виви. Блять, ему выстрелить надо в спину или подойти и что-то нажать, чтобы вырвать? Что-то не улавливаю. Ну, сейчас попробую выстрелить. Не получится, и хуй с ним. Думаю, это отличное место, чтобы закончить. Давай, 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 шевели своей жопой, что ж ты, блядь, подтягиваешься-то как мешок с говном. Выйти отсюда нельзя? О, а может надо в лифт забежать и уехать на нем? Вот он ушел куда-то. Боже мой, только не в спину, вот он говорит. Блять.
сука, дегродный Риддик, блять, если он не посередине висит, он вообще не подтягивается. Ой. Только копытами дергает. Пачка сигаретных. Таракановых сигарет. Ну. Да, наверное, можно было его не убивать. Мне кажется, можно было просто уехать. Да, это сохранение-то вообще есть какое-нибудь? Ну, надеюсь, что это контрольная точка, потому что хватит уже, по-моему, полчаса играю. В принципе, довольно интересно было бы в 2004 году. Но сейчас, конечно, тоже неплохо, если еще раньше не играл. Но тогда, наверное, было вообще огонь. Вот, в общем-то, Риддик не так плохо и не так сложен, как Far Cry. Хотя в Far Cry там я сложность включил, и вот если бы сложность выключил, да все равно даже на нормальной сложности в Far Cry были миссии, где просто жопа трещала. А здесь все, в общем-то, так, видимо, довольно-таки нормально. В общем, все. Надеюсь, все счастливы. Пишите, жмите.